Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья, товарищи. Вот сегодня 2 июня 2024 года. Вот находимся сегодня у друга в гостях. Вот на его территории, на его как друга по службе. Он уехал занят службой, не скажу какой, но очень непростой. Вот так. Мы сейчас находимся. Хочу заснять эту красивую природу. Маленькое небо тут чуть это. Точки маленькие тоже. Вот. Вот стоим здесь. Здесь не первый раз. Ну тут что можем делаем. Вот. Копаем. По мере возможности. Вот. Бабушка копает. Что-то хотя бы нам, чтобы от тоже чем воспользоваться хотя бы. Вдруг распорядился. Занимайтесь как на своей территории. Но не забывайте, что в гостях, да, типа такого. Вот. Такие вот, друзья, дела. Вот бабушка копать решила чему-то. Вот. Для чего копаем-то? Для чего копаем-то? Под лук. Под лук, да? Вот под лук. Ваш покорный слуганин, полной боевой готовности. Ручонки даст проблематику. Многие тоже прошел огонь, воду, медную трубу, дурака не валял. Наша бабушка приходит заниматься бабушке. Видите, какая природа красивая, окружающая обстановка. Вот дерево старое, неплодоносящее, засохшее почти. Вот такие дела. Смотри. Ну, говори. Чего? Ягод сколько-нибудь. Отпали, да. Чего только? Ну, бабушка. Которую я веду? Виктория, вот сколько. У них столько полно Виктории-то будет. Это надо это плевать, да? Друг-то. Идем со мной, покажу еще. Сейчас пока прерываю.